Привет, с вами Карина. Решила составить топ игр симуляторов на NES. Если вы считаете, что я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте Battle Tank. Это вам не Battle City. Фишка в том, что это танковый симулятор. Вам необходимо выполнить несколько миссий, управляя танком из кабины. На экране вид на поле боя перед танком. Приборная панель. Имеется возможность вывести на экран изображение с радара. Цель – уничтожить вражеские танки, вертолеты и пулеметные гнезда при помощи нескольких видов вооружения. 150-миллиметровая пушка, миномет, пулемет калибра 12,7 мм и дымовая граната. Вам необходимо следить за тем, чтобы не перегрелось оружие при использовании пулемета. Четвертое место – Silent Hunter. Жанр игры – симулятор подводной лодки. В качестве исторической эпохи разработчиками было избрано время Второй мировой войны. Игрок берет под свое управление американскую подводную лодку. Представлены различные подводные лодки и различные задания, которые являются частью кампании. Третье место – Стелс АТФ. Здесь вы будете управлять самолетом-невидимкой Стелс. Приготовьтесь к тому, что даже взлетать придется самостоятельно. Не получилось? Взорвались при взлете? Не беда, новобранец. Берите другой самолет и пробуйте еще. Играть можно как в одиночку, так и вдвоем. Правда, по очереди. Второе место. Инфильтратор. Симулятор боевого вертолета с видом из кабины. Цель игрока – управлять вертолетом, приземляться на вражеских базах и проникать в соединение, чтобы остановить безумного лидера. Также на втором месте – Flight of the Intruder. Отличный авиасимулятор с хорошей графикой. Вы играете за пилота американского истребителя F-4 Phantom. Кроме истребителей, вам придется уничтожать как здания, так и ПВО установки типа SAM. И также на втором месте F-117A. Симулятор стелс-истребителя. Большие карты для выполнения миссий. Есть где развернуться. Хорошие спецэффекты и легкость в управлении. Бои в различных уголках планеты со сложными заданиями. Перед началом игры вы можете изменить ваше вооружение. И на первом месте Top Gun The Second Mission. Аркадный авиасимулятор. По сюжету игрок является пилотом палубного перехватчика F-14 Tomcat. Top Gun The Second Mission предлагает три режима игры. Кампания, дуэль для двух игроков и дуэльные сражения против вражеских асов с повышением сложности.